Жители поселка Виноградный на территории ярмарки Привоза получили одновременно консультации специалистов Управления сельского хозяйства, экономики, имущественных отношений, Центра занятости и банков курорта. Впервые я на таком мероприятии. Вот, впервые. И интересно, вот что во главе всего стоит у нас Сбербанк. Специалисты консультируют жителей о программах развития сельского хозяйства, финансировании и пакете необходимых документов для вступления в программу. В крае большое внимание уделяют развитию личных пособных хозяйств и фермерских угодий, помогают предпринимателям. В Краснодарском крае, как ни в одном субъекте Российской Федерации, много видов поддержек. Это всего 24 поддержки для малых форм хозяйства, это ЛПХ и крестьянско-фермерские хозяйства. Цель и задача этого мероприятия именно донести до малых форм хозяйства, до владельцев личных подсобных хозяйств, те меры поддержки, которые оказываются на сегодняшний день для их становления, процветания. Объясняют жителям, как реализовать овощи, мед, молочные и мясные продукты, произведенные в хозяйствах сельчан на выгодных условиях. 7 июля можно подать документы на получение грантов по программам «Семейная животноводческая ферма» и «Начинающий фермер». По начинающему фермеру это можно получить грант на развитие собственного крестьянского фермерского хозяйства до 1,5 миллиона рублей. Это те деньги, которые даются крестьянскому фермерскому хозяйству вновь открытому. По семейной животноводческой ферме можно получить грант до 21 миллиона рублей. Субсидии выдают фермерам на восполнение понесенных затрат, а гранты именно на реализацию проектов. Фермеры, получившие дотации, успешно развивают свой бизнес и хозяйство, торгуют на ярмарках, привозах и нарабатывают постоянных клиентов. Люди с нетерпением ждут нашей субботы, когда собираются здесь наши сельхозпроизводители. И вот буквально сегодня разговаривал с некоторыми из них, уже дошло до того, что им делают заявки на следующую субботу. На ярмарке разыграли сельхозпризы – продукты питания, мясо, овощи и фрукты. Спецприз 10 цыплят выиграла Ксения Кривицкая. В детстве родители покупали Ксении цыплят, она играла с ними. Теперь будет растить пернатых. У меня частный дом, все, мечтаю завести курей. Муж не разрешает, но наверное, все-таки придется завести, построить курятник. И выращивают цыплят. День малых форм хозяйствования в поселке Виноградный прошел впервые. К следующему приезду специалистов жители решили приготовиться заранее и составить целый список вопросов.